Мы потеряли связь с Гибсоном. Отряд Эхо, Гибсон убит. Отправляю к вам курсанта. Вы с ним побережней. Ему не сладко пришлось. Не беспокойся, Текила. Примем как родного брата. Знаю, сколько нас осталось. Эти твари повсюду. Похоже, хотят взять нас живыми. Не знаю, зачем. У нас нет оружия. Мы не знаем, что происходит. Но кто-нибудь придет за нами. Должен прийти. Добро пожаловать в основной лагерь, курсант. Ну что, прошел через хорошую заварушку, приятель? Мы блокируем этот коридор. Иди наверх. Наверх, курсант! Бегом! Держись, парень. Жить будешь. Бегом, курсант. Мы нужны наверху. Есть движение. Найти укрытие. Устроим фейерверк. Почему они просто убегают? Оценивают нашу защиту, рядовой. Какого? Что случилось со светом? Они отключили. Сразу несколько сигналов. Орудие перегревается. Они уже у гермостворки. Они лезут прямо из стен. Первое орудие вышло из строя. Найди управляющий ноутбук и включи орудие. Вот и все. Вот и все. Ну-ка молчи. Мы справимся. Они утащили человека через вентиляцию. Объединяемся! Джексон? Нолан? Черт! Похоже, мы остались одни. Убита! Это Текила. Курсант, как слышишь меня? Без паники, к вам направляется отряд Чарли. Пусть они поторопятся, капрал. О, черт! Вы слышали? Десант, не расслабляемся. Что это там было? Не могу поверить, что нам удалось выжить. Отряд Чарли уже в пути. Им
Может быть, нужна помощь. Иди к баррикаде. Идем. Какая чертова крыса приказала нам отступать в тупик? Эй! Я попробую пролезть! Перелезай, живо! Почему мы должны лезть в самое пекло ради какой-то корпорации? Эту кашу Вейланд Ютани заварила, она пусть и расхлебывает. Мы десантники, а не служба охраны. Сегодня был срочный разговор с мистером Вейландом. Я должен собрать свою команду и немедленно отправиться на БЖ-386. Говорит, там нам предстоит открытие, которое двинет науку вперед на десятки лет. На другом конце туннеля в канализации есть лифт. Чёрт! Опять на них!
Уноси ноги! Беги! Курсант! Да! Курсант! Проникнуть в здание. Не вижу рабочих источников энергии. Не стесняйся подбирать оружие. Если оно валяется, значит, оно ничье. Осторожнее. Найди энергоячейку, запусти лифт.
Энергия есть, но телеметрия не работает. Тебе нужно подняться на крышу. Когда Вейланд встретил меня на посадочной площадке, он был явно взволнован. Исследовательский корпус поражает, но гораздо больше меня поразил взгляд Вейланда. Он весь поглощен какой-то идеей. Никогда еще я не видел его настолько оживленным. Антенну на колонию. Может, удастся куда-нибудь подключиться. Подключаю системы. Двери, замки, свет, камеры. Номинальное напряжение. Похоже, отключали энергию в спешке. Половина контуров выгорела. Внутри энергии хватает. Если пройдешь назад через здание по служебному мостику, окажешься как раз на заводе.
несмотря на ее упорное сопротивление, я продолжаю ей восхищаться. Трижды она бросала им вызов. Трижды ее невероятная сила разрушала все, чего мы добились. Если бы она только знала, какой блистательной идеей пытается противостоять. Никаких признаков Ван Занта. Продолжаю сканирование. Сейсморазведка позволила обнаружить центральную пирамиду, уходящую вглубь руин. Завтра мы планируем проникнуть внутрь. Диспетчерская завода. Диспетчерская завода находится.
находятся наверху, у шахты лифта. Разведай обстановку и выходи на связь. В диспетчерской должен быть распределитель энергии. Вебстер не вышел сегодня на дежурство. Говорят, его перевели на завод, но я не верю. Особенно если вспомнить о других исчезновениях. От нас что-то скрывают. Давай, курсант, найди распределитель и подключи меня к заводу. Пакеты проходят хорошо. Начинаем. Эй, курсант, вижу тебя. Ты подключился и в полном порядке. Я нашла в здешней сети любопытный файл. Похоже, андроиду удалось найти кое-что интересное. Карл Бишоп Вейланд? Должно быть там что-то особенное, раз он лично этим делом занимался. Порядок. Есть контроль безопасности. Готово дело. Продолжай движение. Я проведу сканирование, найду Ван Санта. Двигай в ближайшую точку эвакуации. Вытащим вас разом. Детка, ты просто не поверишь, что мы нашли. Подробно рассказать не могу, у нас цензура. Но можешь мне поверить. Мы отхватим такую премию, какая тебе и не снилась. Как только вернусь, купим дом побольше. Thank you.
Похоже, ты отыскал улей. Ван Зант внутри.